Добрый вечер, дамы и господа. Итак, гон лосей 2017. Но перед тем, как показать вам видеоряд, который я вам подготовил, хочу украсть у вас несколько минут вашего времени. Тема «Стара как мир», затерта до дыр. И о ней говорят, о ней спорят, ее обсуждают. Звучит она так: «Дайте зверю шанс». С какого перепуга я сюда полез? Причиной этому послужил видеоролик, который пришел ко мне на почту. Видеоролик отличный, красивые виды, виды животных крупным планом. Все это очень здорово снято. И полито, и подано вот под таким соусом. То есть вот всю эту красоту мы можем потерять. У нас сейчас карабины, то есть ночники и тому подобное. В общем, дайте зверю шанс. Возьмите свой карабин, об соседнюю березу его упарите, ну, и оставайтесь вот человеком. Парни, я был под столом, вот честно скажу, я ржал как конь. Весь вечер я ходил и невольно улыбался. Курьез этой ситуации в том, что этот ролик мне прислали на конкурс «Хочу фотон». Прицел ночного видения. К чему это? То есть мы все не прочь проехать верхом на модной теме, но в то же время как бы и не отказались от каких-то девайсов и современных там гаджетов, которые выходят там в продажу. Я сейчас стал намного мягче и рассудительнее. У меня появились полутона. Я сейчас могу легко пропустить зверя, не нажав гашетку. Но я не раздаю шансы. Первое, что мне приходит в голову, вот сейчас я дуну, полночи разваливать, потом тащить до дороги, потом не спавшим ехать, да и мясо вроде есть. И все, ни о каких шансах речи быть и не может. Сейчас само понятие охота обезображено, исковеркано, как только можно. Охота, прежде всего, это выслеживание, добыча животного, и как следствие, вытекающее из этого, это смерть животного. Это надо понимать, это надо осознавать. Вы за этим и идете, вы покупаете лицензию, путевку именно с этой целью. Но никак не раздавать шансы. В нашем толерантном обществе все это размазано, все это смакуется, этим спекулируют под каждой елкой. Считаю это не более чем сопли и разговоры блаблаболов, кастратов. Да, говорил своим друзьям, говорю молодым охотникам, шанс животному дают только любители. Профи шансов не дают. И неважно, чем вооружен профи, будь у него карабин или будь у него моток проволоки. Шансов в обоих случаях у зверя никакого. Закономерный вопрос. Кому я себя отношу? Профи себя назвать не могу, я не занимаюсь этим профессионально. Отношу себя к разряду специалистов. Хороший, плохой, решать вам. А если хотите раздавать шансы, устраивайтесь распространителем лотерейных билетов и раздавайте от заката до рассвета, дарите радость людям. Есть охота, есть практическая стрельба, есть фотоохота, есть какие-то шоу-программы. Это все разные понятия, и с охотой их всех смешивать нельзя. Охота стоит особняком, это серьезное занятие. Все остальное – это уже производные, не имеющие никакого отношения к охоте. Так что, собрались на охоту, добывайте, стреляйте, вы за этим туда и шли. Ну, а если не смогли выследить зверя, проворонили его, говорите, что дали зверю шанс, если вам так удобно. Ну, а теперь гон 2017. Я, к сожалению, большую часть гона пропустил. По семейным обстоятельствам, попытался запрыгнуть в последний вагон этого уезжающего поезда. Что из этого получилось, вы сейчас увидите. Жду ваших комментариев. Всем хорошего вечера. Оставайтесь с нами. О! Вот они, стервятники.
О! Наверное, гону все-таки уже конец. Ну, быка нету. Я уж как не заливался соловьем. Должен был он себя уже проявить. Ну ничего, будет следующий год.
Ну что, господа, могу уже констатировать факт, что гон лосей 2017 практически закончен. Каким он был? Хорошим, как обычно, установленные сроки. У меня есть сводки с полей. Все, кто хотел добыть лося, добыли. Хотя я большую часть гона провел в ссылке, тоже кое-чего удалось. Но не об этом. Вот то, чем сейчас мы занимаемся, там кто-то называет гордо фотоохотой. Это просто фотосъемка. Прошу не путать ее с реальной охотой. Идете вы на охоту, добывайте, стреляйте, вы за этим туда и шли. Идете вы в лес с камерой, наслаждайтесь, фиксируйте, делитесь. Не надо ставить вот эти два действия в один ряд. Одно другому не мешает. Ну, еще раз повторю, а давать шанс — это удел любителей. Жду ваших комментариев. Ну, конечно же, сейчас спросите, а что это на мне за хлобуда одета? А это вот кто смотрел канал с самого начала, фартучек, попа сухая, коленочки сухие. И все у нас хорошо. Всем хорошего дня. Жду ваших комментариев.